Самый большой скейт-парк в Казахстане открыли в Кунаве в Международный день защиты детей. И власти города, и его жители уверены, что он станет популярным местом отдыха для молодежи. Его общая площадь 10 тысяч квадратных метров. Кроме рампы, есть детская площадка и фотозона. Теперь кунаевцы смогут кататься на велосипедах и самокатах, делать акробатические трюки на скейтах. Для отделки использовали антивандальные, устойчивые к перепадам температур материалы, экстремальные виды спорта пользуются особым успехом среди подростков города. В будущем в скейт-парке планируют проводить международные соревнования. Сегодня очень радостный день для всех нас, и для детей, и для взрослых. Здесь молодежь сможет заниматься спортом, будет развиваться массовый спорт. Это хорошая возможность для приверженцев здорового образа жизни.